Всем добрый день, дорогие друзья! Мы поехали с мужем в город на заехать в аптеку забрать лекарства. Мы еще средства кое-какие закончились, надо взять. И надо закупиться курицей. Ну, мясо прикупить кое-какое. Поэтому едем в город. А вы оставайтесь с нами. Или поехали. Тайсон со всеми здоровается, да, Тайсон? Тайсон? Да, ой, как надо поговорить, да. Все, ребята, приехали мы уже с города, закупились кое-какими продуктами. Сейчас буду разбирать и показывать вам. По мелочи так, что купила. Ну, в первую очередь покажу, у меня закончился детский шампунь. Тот, который детям понравился, не нашла. Взяла вот такой вот. Обычный детский, 82 рубля стоит. На, прибери туда. Дальше деткам взяла на чай вот такие вот треугольнички, чтоб на вечер поесть. Потом у нас в магазине тут привозят частенько желудки куриные. Я люблю их тушить с овощами. Ваня, ну-ка, тихо. И вот купила вот такие вот упаковочки желудки куриные. 90 рублей за килограмм. Так, здесь 700 грамм. И во второй пачке тоже 700 грамм. Это, наверное, не за килограмм, это за пачку 90 рублей. Но вот такие вот две пачки. На, убирай. Дальше потом купила 5 литров молока. Держи, смотри. Егор, давай пакеты. Дальше зашла, взяла вот такой вот маковый хлеб. В магните в дальнем уже брала. А вообще-то поехали мы чисто из-за курицы. Купила я вот такую вот свежая курочка, здоровая ферма. Раз курица, два курица, три курица и четыре курицы. Четыре курицы взяла. Так, это пока свет отложи. Давай, Егор, следующий пакет мне. Тихонько там не урони. Дальше взяли мы растительное масло, две бутылочки. Также туалетная бумага, это необходимость. Взяли 4 штучки. Света, убирай, пожалуйста, говорю. Да. Туда, в шкаф. Кетчуп. Да, кетчуп. Егорка увидала. Наш любимый кетчуп, который мы постоянно берем. Также детям фрукты взяла, бананы. Их мыть надо сначала, Егора. Там, потому что непонятно, где валялись они. Бананы. И взяли... мандаринки. Следующий пакет. Фрукты сейчас все помоем. Я скажу, есть. Так, какая разница, кожуру, то все равно мыть надо. Дальше купила опять губки. У нас, потому что губки это всегда проблема. Купили еще чай, чтобы у нас запас был. Также в фикс-прайсе я свой любимый чай купила. Зеленый с лимоном. Муж взял себе свою гадость. Аж 4 пачки. Вкусная гадость. Да какая она вкусная-то? Вот это я понимаю. Вкусная гадость. Арахисовая. Она даже не гадость, это вкусняшки. Арахисовая смесь с фруктами. Только что-то нынче пачки какие-то маленькие. Так, давай, Егор, следующий пакет, а потом уже в конце лекарства покажу все. Так, не шурши здесь. Дальше взяла моющее средство для посуды, потому что наше закончилось. Также у нас жидкое мыло заканчивается. Я взяла антибактериальное. Ребята, вы можете пока отсюда отойти, пожалуйста? Антибактериальное мыло. Приношу извинения, но просто вот так вот они постоянно, когда распаковка. Когда заставляешь убираться, никто не хочет. А как мама пришла с магазина, все бегут. Так, ладно, жидкое мыло. Показала. Мочалки металлические для посуды. Всегда тоже нужна вещь. На. Также купила еще гель для душа, банан и карамель, потому что у нас закончился наш. И еще одна арахисовая смесь. И зашла в аптеку на пакет Дрей. Забрала свой заказ из аптеки, заказывала лекарства, сейчас покажу, что пришло. Там у меня это лежит еще. Заказала
сироп солодки, потому что... Ну, у меня еще должен прийти, это я уже купила просто, потому что с этим заказом у меня не пришел сироп солодки. Тихо, Света. Поэтому одну купила, чтобы сейчас уже пить начинать. Дальше. Облепиха с маслом бальзам для губ. Один у нас пришел. Это лекарства нынче были по-разному, по таким пакетикам. Потом от кашля мне очень нравятся таблеточки Мукалтин, вообще классные. Витамин Е заказала себе пропить. И витамин А и Е тоже. Но его и деткам, по идее, тоже можно. Дальше дротаверин упаковочку взяла у меня, потому что он закончился. Дома закончился в аптечке амоксициллин, тоже купила. И также немесулит купила, потому что у меня, когда голова болит, я стараюсь пить немесулит. Также деткам заказывала еще витаминки. Сейчас покажу, какие. Аскорбиновая кислота, вот такая вот. И аскорбиновая кислота, вот такая вот. Там еще нужно витаминки прийти, но не знаю, когда. Ну, по идее, там написано, что 23-го у меня следующий заказ с лекарствами должен прийти. И вот 23-го, значит, поеду в город за лекарством. Нынче, наверное, получится так, что я не поеду в Соликамск, потому что не на что. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот у меня были покупки. Пишите комментарии ваши. Надо поставить... Вкусные? Надо поставить овощи вариться, чтобы сделать салат. Так что всем желаю хорошего дня, всем желаю всего самого хорошего. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Так, ты представь, где оно только не валялся, этот банан. Курицу сейчас будем вместе с вами разделывать на филе, на косточки и на всякое такое. Завтра мне муж соберет мясорубку и мы накрутим на фарш. Бананы уже помыли, все кушают. Ладно, я сейчас попью кофе и попробую дальше. У меня не получается смонтировать видео с уборкой шкафов. У меня почему-то показывает, не поддерживает файл. Видимо, неправильно, что ли, где-то я засняла или что. И вот я прям уже который день пытаюсь смонтировать, и у меня показывает, не поддерживает файл. О, расстроилась до чертика. Ну ничего, справимся, да. Ну, закрыл, все, иди играй. Ладно, пью кофе и начинаем разбирать потом с вами мясо. Всем привет, дорогие друзья, всем добрый вечер. Как и обещала, сегодня будем разбираться со шкафом. Сейчас я вам покажу, что в шкафу творится, а что более-менее. И будем с вами его разгребать, потому что я когда заглянула, я офигела. Я знаю, что после этого видео будет много комментариев. Вот у детей, видите, раскраски они раскрашивают, раскрытые. Вот они всегда вот так вот слаживают, а потом берут раскрашивать. У меня что-то все лицо прыщами покрылось. Не знаете почему? Ладно, показываю шкаф. Сразу говорю, не пишите всякие гадости. Верхняя полка. Видите, как все напихали? Здесь более-менее. Только что-то все не так. Тут должно быть, это, видать, Катя пыталась что-то прибирать. И нижняя полка. Вот так вот у меня дети всегда переворачивают вещи. Каждую неделю мы их перебираем. Каждую неделю мы их складываем. Ну и где порядок? И не забывайте, у меня 8 детей. И вот такая вот ерунда у нас. В шкафу с одеждой. Полотенца вообще здесь не должны быть. Но они почему-то здесь. Ладно. Начинаем уборку. Потом покажу вам результат, что у меня получится. Thank you.
дорогие друзья, показываю вам шкаф после приборки. Вот немного разложила все по полочкам. Вот тут вы видите, колготки у меня кучкой лежат. Но вот пока органайзер девочки у меня забрали, который с фикс-прайса, потом куплю, положу. Ну а так вот у меня получилось. Вот эту вот кучку буду отдавать родственникам. А так вот более-менее немножко прибралась.